Топа, ты ловушки не брал? Ну, вроде другой рок туда ходил. Пошли дрожжи бить. Как у нас сегодня дрожжи. Саня опять взлетает, ебать. Ну чё ты доебался, блядь? Ну чё ты взлетаешь, блядь? Куда взлетает? Саня. Шумит, в смысле? Ну. Вообще выключи микрофон, и буду молчать. Парни, два моба бьем. Два моба в три танка. Сейчас бьем, если что. Как сказал Наганов в песне своей, лучше по чуть-чуть, но долго, чем много, но за один раз. Вообще-то он про другое говорит. Ну, застрахуй, братуху, застрахуй, да? Жора прокормит нас, пацаны, еще okay, пару лет, okay. А Жоры нет и нет монет. Бля, меня спалили в инвизе. Да я снял там ловушки, все нормально. Ты Вилаша, дай Т4. Спасибо.
Как воду отключить? Короче, чтобы у меня не показывалась группа последняя, вот эта, которая восьмая группа, чтобы мне не показывалась. Я просто прячу за экран. Всем привет. На пятой группе оставляю. Ну, у меня не получится, у меня маленькая. Она торчит прям, блядь, в середине монитора. Это восьмая группа. Пришла тебе рыба с Покмом? Да, пришла, пришла. Я вот поставил. Что там, восьмую группу как отключить? Бесит. О, нашел. Там это... Насчет восьмой группы, если вы не слышите, парни, то это лиг во время боя нашего и забагание хилбота у хилов, это приравнивается к вайпу. Поэтому убедитесь перед тем, как ливать из группы, что мы не в бою. Так, вуду убрать восьмой. Слушай, слушай, я забыл, что тут по активации. Смотри, открой вуду, там вкладочка передвигать. Вот, откроешь ее, там будет вот эта твоя... панелька, и там можно будет минусы поставить. Группа 6, группа 7, группа 8. Вот. Ну, типа, а потом мне как ее вернуть, когда? А нахуй они тебе? Ну, например, там... На регорнах или? На регорнах хожу. Не знаю, ресет нажмешь. Ты первая, вторая, третья, четвертая, пять, шестая, семь, восьмая, восьмая. Давай. Кто у нас там стоял на РНЖ? Викторка точно стоял? И кто еще из локов? Я стоял. Я думаю, что магов надо ставить. Ну, либо в три человека делать. Что портал не успевает откадашиться. Это вы куда хотите стать? Ну... А нет. Вот это. Два носка, давай звездочки, а в кружке Викторка. Это ты что делаешь? Ну и Хант еще у вас. Вой, ты слышишь? Меня просто убьет, когда он третий раз прыгнет. Нужен либо третий человек, либо мага туда. Ты просто с рейдом бегай, все, протонись рейд и бегай. Там маг и Хант. Вот, а это что за мувы? Это мое. Не-не, говорю, это вот это чисто движение, то, что метки. И ты ДД-шек расставляешь далеко. Это чтобы ребро, когда чаржится, со звезды в кружок чаржился. Просто к нему ближе подходим, и все. На рывках. Я понял. Ну, туда не ДД-шки ставятся, а танки обычно. Под ДД-шки умирают на шипах там. Во время крутилки три танка, которые стоят, типа, например... Да то, даже ты убирал звездочку, медведь убирал в печенюшку. Второй ДК, Эвилаша, вжимается в лед, который за ребром, и вот стоите треугольником. Раньше еще, когда-то давно таунты работали, ну как работали, косвенно. Типа байтили его, но сейчас, по-моему, не работает. И все, крутилка кончилась, где босс остановился, там ближайший танк его поймал, остальные подтянулись и стоят, смотрят. А танк от костереза не сдохнет за время, пока до него вторые танки доходят? Ну ничего, прожимки же есть. Это самое. Рарник, ты в Дисе? Плюс вы видите конец коста. Поэтому подтягиваетесь под конец коста к ребру и все. А первый... Да, здесь еще. Ты это, ты в ретрике, там Мишка и 2 ДК. Танчит. Прикольно, конечно. Это дайте Фростауру с ретри. Что? Да не надо ССки. И этот, еще момент, да, на вихрах, еще с метки других, да? Блин, как дать? Короче, в районе звездочки, ближе, сейчас покажу, ставить метки, что где-то вот в этом районе, это ориентировочно. Плюс-минус. И в том районе, то есть рейд должен разделиться плюс-минус где-то на два компа, чтобы было удобно шипы убивать. То есть не бегайте прям сильно в жопе далеко там и так далее. Главное это, смотреть по ножке, в лужи чекать обязательно, до того, как она наступила, и вы уже в ней тонете. Магнус, ты готов? И Вилаша? Я не готов. Хорошо.
Ну, Хамелеон, пускай, как это сказали, что Локи там убегают. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Не знаю. Вадикон, поднимай Хамелеона. Вставай, вставай, вставай. Пул ребаф по Хамелеону. Шипы сыграли. Как ребаф, он сразу под морду пошел. Это только начинается. Каст, разбежались. Разбежались уже, уже, уже не ждем, пока он докастует. Может, если он останется с костом, будет больно. Шипы сыграли. Ребро какой-то прям из... Где урон-то? Шипам сверху. Синтек, подними каргу, лок, четвертая группа. А, нет, отбой, подними Хамелеона. Дайте каску по Хамелеону, пристабав обязательно дайте. Сам себе лапу дай. Ложимся. Больно. Что за урон такой? 4000. Ошибка в воздухе. Милишники давно не доставали. Вы же все спускайтесь. Если вы там стоите, спускайтесь сверху. Типа просто порезало так жестко, что ли? Нифига себе. Да. 30000 армора. Из вас самый тонкий, самый слабый держал ребро. Так, Бидон на замену, Айновен в рейд, Хамелеончик на замену, Рарник в танка и Спирит. Я думаю, больше живи здесь даст. Давай Спирита возьмем. Давай, ну может этот, Бидона в хила, Гримзола в элема. С кастеров, хотя кастер. Я Бидона убрал, он послабее. Да, и на вену второй хапал будет. Сейчас, сейчас посмотрим, как будет с рарником. У него хотя бы ревность не есть. Хамелеон, почиль. Посмотри стрим. Там шмот как бы... Не знаю, ну хп сколько там? 66 у тебя было под фулбафами? Там почти 70. Ну... Так, для понимания, у моего мишки 83-84 тысячи. Для Геры маловато, 66-70 тысяч. Надо еще приодеть его, чтобы ребро выдерживать хотя бы. Ну, после ребра, может, дальше и можно танчить, но пока почили. Так что... Вот, я правильно понимаю, у нас стоит маг... И стоит Хант, и стою я. Да, Викторка, ты. Так а зачем он втроем стоит? Ну если на двоих кинет шип, то будет третий. Ну если на троих кинет шип, то уже в рейд пойдет. Через жопу босса.
Блять, рыбу поставил. Ешьте. Рарника побольше. Это, смотрите, не проебите. Если ревностный будет, сразу скажешь, Рарник, что ревностный. Рарник, дай прото от себя прокачанное. В смысле, не прото, а ауру. Ауру прото. У тебя припоты остались на броню, Рарник? Зелье несокрушимости перед пулом. Если нет, давай закину тебя. Это меня хорошо слышно? Угу. Умирающего. Рарник, поставь ауру свою танковскую. Паладинскую. Нет, ушел. А вот. Хорошо. Вилашу надо смолоть. Ризан, Рарник, готовы? Если ты просто заофлайнишься, ничего не будет. А, главное, что ты из рейда не ливал, да? Окей. Если что, я здесь постолуюсь. Ризан куда-то релогается, да? Ризан. Напиши там что-то. Прилогаешься ты или где? Зашел. А, зашел. Где он может еще не прогрузится. Ризан, ты готов? Если что, плюса никогда будешь готов. Бегается. Все, готов. Что бафа нету? Значит, дайте. Давай и распла. Че, жалеть тебя, пока все живы. Шип, парень, шип, шип, шип. В кружке разбейте. РДД разбейте луну. Направо повернитесь, луну разбейте, РДД все. Отойдите за ребра. Чем ближе стоите, больше урона. Шипы разбили, там прямо у ворот шипы АДД развернулись, шипы убили. Треугольник разбейте. Сзади РДД развернитесь. Ой, боже. Звезду разбейте. Шип сзади. Развернитесь, РДД, шипы сзади поубиваете. Зевандис, подними Магнуса. Нет, дайте сразу касочку там по головой, по престу. Сзади шип на квадратике, добейте шип уже, он стоит полгода, помимо. Хорошо. Сбежались. Бегите, отбегите,
Ребра, отойдите от ребра по шипам. Отошли от ребра, отошли РДДшки. Блять, вы что, угораете? Почему справа никто не стоит? По шипам разбили. По шипам. Там вдалеке, под ребром прям, вот мне жилец. Синтек, подними два носка. А, у тебя КД, ёпт. Вадикон, тогда подними два носка. Шип сзади убили? Шип сзади. Самый дальний шип развернулись, убили. Дайте каску по... Понял, ложитесь. Дайте рарнику ЕП, блять. Единственный человек с мозгом во всем рейде. Чё за хуйня? Кто справа стоять должен в печеньке? Почему-то не было никого два вихря. Просто, блядь, босс приходил, нам лужу разливал в рейд 4 раза. Всем похуй на это было. Чё это такое? Ну, я стою в печеньке, когда у меня портал КД, я в печеньке не ставил, все просто. А, то есть ты считаешь, типа, нормально, если портал в КД, то пускай рейд получает пизды. Ну, я могу сдохнуть, в печеньке стоять вообще никто не будет. А почему ты там сдохнешь, тебя хилит? Потому что я... портал в КД. Да маги контролить. Блять, понятно. Я в печеньку встану. Это после, не знаю, после вихря, наверное, когда становитесь танки, немножко подергаетесь, что ли? Типа, почему вы умираете? Он не считает вас за персонажа, что ли? Клифф перестает делиться. Ой, ваншот такой странный. Типа один дохнет, по двоим даже урона не прилетает. Может, нет. Они плохо в одном фрейме стоят? Нет, они идеально стоят. Идеально стоят, да? Да. Они собираются, пачка. Там даже я подходил, труп в трупе. Да. Все четенько. А что там насчет парихаста? У всех танков экспертиза собрана. 54 минимум. 56. Должен быть. Про тебя-то понятно. А, 56 хардкат? Да. Ага, танки. Что у вас по экспертизе? 50. Ну вот, то есть рарнику уже бить нельзя, например. Кто у нас? Погоди, на ребре-то нет, по-моему, парихаст. Есть парихаст на ребре. Точно есть, абсолютно. Ты кто тебе, да, 100%. Кто тебе сказал? У Лимки есть. Мы как-то тестили на десятке. Вы тестили парихаст? Как вы можете, типа, как понять? Как они тестили его? По количеству атак? Нет, это херня все. Артём, ты точно тестил парихаст, что он работает на клиф? Нет, есть этот. Нет, на клиф. ЦЛК парихаст есть только, по-моему, у Леди и еще у кого-то. Да, и у Синдри больше ни у кого нету вообще тут парихаст. Он не должен работать на клиф, он должен работать на статус. Ладно, давайте немножко разберемся. Я думаю, вам всем не нравится, когда босс чаржится в рейд. Это какая-то хуйня получается. Давай еще раз обговорим это все. Вот когда босс начинает крутить вихрь, у нас стоит человек к звезде, все остальные подходят ближе к боссу. Когда он сделал рывок в звезду, в этот момент уже любой человек с блинком... Нет, Слав, забей, я встану в печеньку, все там нормально будет, я просто оттуда уходить. Не, я не про это, я не к тебе говорю, а я объясняю всему рейду, что надо делать. Когда босс сделал рывок в звезду, в этот момент... Он 2 секунды дает вам добежать до кружка. Все остальные, весь остальной рейд, придвигаются поближе к боссу. К ромбику поближе. Ну, метров 10, не доходя до ромбика. Делается для чего? Если рейд стоит близко к боссу, то босс в рейд уже никак не чаржнется. Вот. Когда он сделает рывок, он 4 рывка делает. Когда он сделает рывок в кружок, не обязательно прям ровно в кружок, а в ту сторону, то есть подальше от рейда, рейд перебегает поближе к боссу, к треугольнику ближе. Вот. И третий рывок, уже человек бежит в звезду. Четвертый рывок он опять делает в кружок. Потом он возвращается в центр к нам, к танкам. Вот примерно в луне стоят танки. Вот примерно в квадрате стоите вы в жопе босса. Все, что надо...
Все, что надо сделать вам, это подойти поближе к боссу, чтобы босс вас в рейд не чаржнулся. А людям бегать из кружка в звездочку. Кто более мобильный. То, что шипы бить, я думаю, вы сами все знаете. Я не думаю, что каждый шип и каждое появление там 20 секунд шипы надо говорить, вот шипы бейте. На вихре приоритет шипы сначала. Я про шипы говорю, потому что их не бьет. Если вы не будете бить шипы, вы бьете этого босса. На вихре вы сначала выходите с лужи, потом бьете шипы. Возвращается босс, мы дальше его добиваем. Здесь до берсы 10 минут. Если вы думаете, вы будете хуйню исполнять и будете убивать все с первого трая, то это не так. На вихре сначала вы выходите из лужи, потом бьете шипы. Что еще не ясно? Как бегать, ладно, уже, как бегать уже сказали. Сейвы на первый вихрь Ревелаша дают, на второй я. И смотрите, там еще массакры есть. Я отдал этот Айновен с Буряу на свое усмотрение. Три даете. Штуки. На свое усмотрение даете. Рарник тоже на свое усмотрение оставит для себя сейф. И когда два пала, хэпала были на шипе, я отдал незыбку до вихря, чтобы не сдохнуть. Смотрите, если под боссом под жопой там хилы с вами стоят, обязательно их очень-очень быстро разбивать всем. Миликов дохуя, 12 человек, миликов или 11. Что зергайте шипы, блять. Попалы должны за секунду разбиваться. Все, можно отчет давать. Поехали. Просто не помню, чтобы так детально ребро разбирали. У вас, если внештат идет такой, то есть босс чарнулся в центр, что ли, вы отойдите от него просто. Не надо умирать. Сзади шип, слева. Убили шип. РДД. РДД шип. Ну-ну-ну, быстрее, быстрее. Больше урона по шипам. Каждый свою маленькую тычку дал, и все. Ну вот, рейд ближе к боссу чуть-чуть. На выстрел. Но не в лужу же, милики. Шипам сыграли. Быстренько разбили шип с печенюшки РДД. А? Шипы в треугольнички разбейте, РДД. Шип везде. Треугольнички. Танки в луну. Bone Spike Cast. Быстрее, быстрее, шипы за секунду должно падать, все это. Разворачивайтесь, милики. Ломайте ротацию свою. Ломайте шипы. Быстрее, все, уже упасть должны. Долго разбивали мага. Лишний урон от шипа. А, нет, маг сам сдох, понял. Я уже зажал. Отошли от босса, просто отойдите от него, все. По шипам сыграли, развернулись, шип дали, далеко, да-да. Дратики. Просто двигайтесь. Ждем шип. Танки пока поставят, под морду не лезет. Шипы разбили.
Все, центр поднимай, Викторку. Чтобы разбили. Сразу касочку пристабав по локу. Сразу. Вадикон побурял, Зиван диспой, наверное, умер. Не-не-не, стой, не надо. А, тут ты. Там тотем имер. Еще есть с маной. Я что-то это... Реб сделал. Да. Напугал меня. У них там половина была. Нет, БР берегу. Я думал, ты БР сдаю. Не-не, это ж хапама. Это последний рывок, сейчас будет центр возвращаться. Смотрите, там ждите, пока босс дойдет. Ну да, под морду не лезть. Шип далеко разбили, РДД. Ромбики развернулись, РДД разбили. Ромбики. Эти милишные мы милики добьем. Развернитесь, убейте в звезде, шип. Алло, прием. И из лужи надо выйти под боссом, подождать. Или отойти. По шипам, быстрее, быстрее, по шипам, там лужа, надо отойти с ней, по шипам. О, ноль урона, однако. Наверно, посильнее поспамь, чтобы мана у тебя просела, ты фуловый стоишь, блядь. Так, спамы. По бэтому, бэмерому, водикон, поднимай, будет фурь. Отдай незыбку там. Сарарник тоже массакрот, да? Каску лапу пристабам, давайте. Не сбили, чтобы. Че, я стаунтил. Крик на хп еще обновите, малифицист. Каски не вижу, пожалуйста. А, каска есть? И пристаб... Все есть, все нормально. Шапам. Тебя танк умер, потому что ты частицами повесил. Повесь, пожалуйста, на него. Босс возвращается в центр. Можешь геру дать или не надо? Давай, кстати, да. Вот сейчас. Подходите ко мне. Это, танки подергайтесь там маленько, чтоб лив засчитывался. Ну, он засчитывается по всем троим. За такой урон. Ясно. Ясно. Кладемся. Да. Я в шипе был. Два хапала идут, так считай, это в шипе были. Ясно. Ложитесь, да, да. Лужа, заходите. Это проблема с шипами. Вот сейчас холипал повис на шипы дольше, дольше, просто на долю секунды танк упал. Свечайтесь, шипы все ретро. Сейчас дай-ка чекнем, давай урон щипал. Ну, давай. Со скады удобнее всего там линковать. Только в инс не заходите, пока босс еще не умер. О, не свейнился. Все, можно заходить. Да, частицу света еще добавим. Получается, нету атаки с урона по шипам вообще. 200 тысяч. Да и все, в принципе, милики бьют. Значит, РДД тоже. Нужна ваша помощь. Какую-нибудь мгновенку, там еще какую-нибудь шляпу. Шипы можете, если три шипа под боссом, прям иссушение свое давать. Насрать на ваш ДПС вообще абсолютно. На сурфе будете гоняться. Ну, а то, что 6 человек лежит, как вы думаете, это заебись? Ну, насчет этого, да. Ребро уже охуенно из одной точки комнаты в другую. Как вы дохнете? В лужах?
Я же говорю, сначала на вихре выходите с луж, потом бьете шипы. Про босса можете забыть. Он вихрь 20 секунд идет. Можно еще на подстраховку спекнуть. Короче, если еще раз танки упадут, 6-го хила спекнуть. Там, когда воид умер, там 4 костерезом убило. Что-то по агру, значит, это сидеть, перетаунивать, надо разогнать. Нет, там близко слишком подбираются. Там по агру не было ничего, там... Ты имеешь в виду... А до этого нет, я про то, что до этого 6 человек лежит. А, до этого? Ну, конечно. Умерло, ну да. 5-6. Покалывание, короче. Дайте шкаф. Шаман, зачем тебе Долоран? Тебе аукцион почта пришел, что ли? Ладно, это, поехали тогда по танкам СС, чё? Мастерленд, дай по лавелаше. А Вих... я уже давал в прошлый трай. А, понял, хорошо. Вихторка тогда по Эвилаше. Карга по Войд Фрозену. Взятый по Рарнику. Масс ребаф. Кримзол. И давай тогда чё? Говори. Кримзол на ком у тебя щит земли? Гримзол. Так, парни, есть вопрос. А зачем вы ближе к боссу подбегаете во время вихря? Он босс? Щит земли на рарнике. Когда крутится, он разве не выбирает целью самого дальнего, типа члена рейда? Выбирает и на него несется. Да. Ну вот, а зачем вам ближе тогда подходить? Вы стойте ровно по центру, чтобы вы могли хилить и чувака, который ловит. Это чтобы в луну, босс не пошел. А с чего он туда пойдет-то? Потому что прошлые первые трай, челик до кружка не добегал, и босс чаржился в центр. Так у нас он в центр чаржился, потому что в кружке вообще никого не было. Только рарник туда ушел, он начал. Смотрите сами, это от вас зависит, куда босс пойдет. Типа, если. Вот. Если рейд. Я о том же. Если рейд нормально стоит. Рейд стоит по центру. Типа вот развлекающие метки стоят слева и справа. Просто я вот сейчас встал, допустим, да, он в меня кинул шип. И после этого на меня чаржнулся этим верхним костей, и я от этого сдох в печеньке. Этот, Буряо, давай частица твоя будет на рарнике всегда, а Навен частицу на мне. Кримзол на Войда щит земли по КД. Если сейчас танки упадут на этом трае, то просто 6-го шамана хилом спекнем, и все, он будет еще один щит земли, и будет еще спамить цепухой. Тогда палы может не сдохнут танки. Это уже следствие. Ну проблема еще в шипах. И еще, да, проблема в шипах, потому что 5 человек лежат, и они дольше бьются. И еще надо вам не сдыхать на вихре. Давай, это раз прям, ну, так важно, чтобы он чаржился в нужное место, если это сложно, то тогда локи, вы будете меняться. Сейчас буду тогда вам анонсить, у кого есть этот. Подожди, а зачем меняться-то? Потому что мы боимся ваншота от вихря костей, когда он, типа, прилетит на чарж. Нет, ну, в смысле, они кдшится, у них портал, они меняются на время. Нет, так, в смысле, а в чем проблема? Это просто стоять постоянно по краям. Когда вот ты сдох, да, 2 носка на прошлом пуле, когда ребро чаржнулся в крестик, ой, в звездочку, он тебя даже не трогал, и луж не было, ты просто сдох от того, что он крутился рядом, просто сдох. Вот поэтому, наверное. Я поймал лужу, у меня просто... Ну, это я поймал лужу и выпрыгнул, когда он ко мне, на меня притопышился. Ну, вот видишь, справа от тебя валяется этот, кости, это твои. Так и вот там я стою, я знаю, вот здесь я сдох. Вот я блинканулся и сдох, да. Поэтому даже такого расстояния хватает, чтобы он тебя шотнул, тем более мага. Ты поэтому туда... Локи... Ты туда. Ты туда прибегай, 2 носка. И когда ребро выбирает тебя целью, еще когда не дочаржился до тебя, пока костерезом тебе не въебал от своей крутилки, ты чаржишься из него, чтобы спастись. Понял? Угу. Дайте инту. Все, все готовы. Поехали. Подожди. По-моему, не были готовы. Да, ну, у меня. Там кто-то био ушел. Колидрин био ушел. Значит, зачем вы пулите? Лидринг взятый, Вилаша их нету. Это значит ГП, что ли? Зачем вы пулите? Вилаша танк.
Людринг подошел, и Лаша подошел. Вставайте, пожалуйста. Печеньки никого нет. Этот, кто там из локов, уйдите в печеньку прямо сейчас. Постойте там. Любой кто-нибудь. Как Гарга ушел, все хорошо. Рещи по шипам, рещи. Они только появились, основная цель — шипы, 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 все. Сразу шипы. Можешь вирус было отдать пока? Не-не, уже когда вихрь будет, после вихря, точнее. Уже пропустили момент. Пошли. Гарга, портуйся, уходи. Убегай. По шипам сыграли? По шипам, по шипам, по шипам все. Все, Карга, возвращайся в район печеньки. Возвращайся. По шипам. Как только он опять туда полетел, ты опять убегаешь. Убегай. Но не через него, прям куда-нибудь. Да, хорошо. Шипы. По шипам. По шипам. И вот ты опять возвращаешься. И стоишь плюс-минус в районе печенюшки. По шипам, быстрее, быстрее по шипам, по шипам. Давай, Синтек, сразу Магнеса резай и пускай бьет. Лежать не очень красиво. Каску, лапу, пистолет. Это трындец. По шипам, шип. Слева, звездочки, шип, РДД, сбегайте, убейте. Быстрее, РДД, слева, звездочки, маг умирает на шипе. Повернулись, убили, алло, алло, быстрее. Да это, не бросайте на меня истерию, пожалуйста, я слакаю. Еще раз. Все, легли. Ой, божечки. В лужу сгорели. От пламени, понимаю. Ну это, стойте полукругом, парни, за боссом, да, ну такое уже будем объяснять. И лужа, она перед тем, как лечь, там такое, как сказать, змейка, что ли, пробегает полупрозрачная. Хорошо. Встали. Да это уже не очень. Приветствую. Да хранят тебя предки. Все, что надо вам на этом боссе, это не сдохнуть в луже и бить шипы. ДПСа хватит его убить до берсы. Если у вас, вам это невдомек до сих пор, то спасение дел, это, утопающих дело рук самих утопающих. Значит, вам приятно сидеть и слушать все это говно. Как в детском саду. Как ложечку вот там в рот подносят и так далее. Я стараюсь тут релить, а он меня говном называет. Вот как тут жить вообще? Ужас. Чуть-чуть болею. Что ты сразу к моему голосу? Да я шучу, шучу. Это. Ну, потому что люди должны сами видеть, что, блядь, на два шипа под боссом и на дальнего кинулся шип, блядь, ну, они говорят, нахуй, свичните, и все, они стоят, хуярят босса и ждут, блядь, что кто-то свичнется, а они дальше будут хуярить босса, вот о чем вопрос. Вот. Именно. В итоге именно чел так висит и умирает, блядь. То есть говорят, да, все РТД, значит, все РТД, блядь, я не понимаю, почему нахуй я на варе пешком иду, нахуй, убиваю такие шипы, блядь, по шипам, заебал эту хуйню. Ну, вот правильно, все. Типа, вы РТДшные, конечно, видеть не обязаны, ну, типа, там в меру скилла своего. Но свитчится, когда я сказал, сразу, не докастовывая ничего, не там прокастовывая, там, сейчас докащу, ДПС сохраню, и потом свитчнусь. А может быть, еще и кто-то убьет за меня, никто за вас не убьет. Вот сейчас, да, Хан бил, и кто-то еще один из РДД бил, и вар бежал, и все. Вот три тела. Ладно, РДД, да. Потратили 1.5 секунды на каст, каждый по пульке своей дал, шип упал, все. Давайте еще поправочку. Те, кто стоят на редже, там, не знаю, локи, там, маги, это самое, хант. Немножко вам объясню. Вот вы не стойте, во-первых, вот красный кружок видите, не стойте на таком расстоянии, как от красного кружка кружок от босса, а стойте примерно на таком расстоянии, как треугольник и ромбик.
Вот. И примерно, если босса чуть ближе сюда двинуть, если рейд в квадрате стоит, то есть чуть ближе сюда, то вы в ромбике и в треугольнике. То есть не сзади и 50 метров нахуй от рейда, чтобы люди поворачивались, у них, понимаете, лаги идут. Вот у всех лагает, все это знают. Ну, я не знаю, может, два человека есть в рейде, у которых пинг хороший. У всех лагает, пока вы повернетесь, нахуй, пока вы выберете цель. А если вы будете стоять полубоком, так вот, на 30 градусов, вот так вот я стою, от квадрата до ромбика на 30 градусов, и я могу просто щелкнуть или табом нажать и выбрать, и мне не надо поворачивать камеру на 90 градусов. Понятно о чем, да? То есть, и вы стоите поближе, и людям, РДДшникам, четырем блокам, ШПшнику, будет вот этой четвертой пати выбрать вас проще. Такой лайфхак небольшой. Угу. Я думал, ребро будет со второго трая. Ну или с первого. Все, они думают, как в РБК пришли, сейчас все за них сделают. Напрягитесь, блять, иначе вы хуй убьете. Ладненько, все готовы? На полную. Отчет. Частицу. Ну, лужа это уже смешно. Это прям. Ну, лужу уже не буду я носить. Лужа, нахуй, не выйдете с лужи, которая за боссом будет. По три хила будете сдыхать, будете чилить, блядь. Возьмем других хилов. Не, пора ГП, ГП точно, я же забыл, есть же ГП. Ну, шип, готовимся. Убили шипы, накинулись, сожрали, так, все. Хорошо, вот так все шипы должны умирать. Весь бой, не только первый. А, Гера же еще мало. Ну ладно. Шип далеко. Повернулись налево, убили шип РДД. Так, Карля, жди, сейчас он к тебе побежит. По шипам? Убегает туда. Как-нибудь надо в бачок. И теперь обратно в печеньку идешь. Шипам. Танки ждем в луне. Ой, божечки. Этот. Лужа пройдет, шаман, встанешь. Сзади шип. Убейте РДД сзади шип. Ой, Зевандис, подними друида. Вадикона. Шаман, вставай. Касочку по друидам. А кисы, что у тебя нет вставалки? Походу, нет. Ну, понял. Ну, пусть лежит, значит. О, рарника поднимайте, кто там остался с БРом. Дефы сдайте танки. Нету БР. Только что поднял Вадикон рарника. По шипам сыграли? По шипам. Вдалеке надо шип сбить. По лужам, ну. Нихера вы дохнете в лужах, ну. Серьезно. По рарнику дайте ребаф, пристабаф, там все-все-все. Вдалеке шип. Ну там уже сдох человек, да? Вихторка, убежишь на печенюшечку. По шипам сыграли? Треугольнички далеко. Да не, это говно, все, ложитесь. Да. Полная залупа. Пошли, откроем отчет по этим лужам и все, и все. Все по полтишку, да. Пора уже. Типа в лужах умираете, серьезно. Ай, да, блядь. Сейчас пекнешься. Кто там, Акиса или Призен, кому с вас лучше? Акиса, наверное, похилит. То есть выйти из лужи
или спекнуть шестого хила. Серьезно? Не, выйти из лужи это не относится к хилу. То, что вот рарник падает. Ну, это уже посыпались, я не знаю. Сейчас на нем будет щиток. Вилаш, я думаю, не сдохнет. Холипал на шипе был. То есть, каждый раз танки падают, когда кто-то из холипалов на шипе. Ну да, для этого страховочные хилы будут. Да это, ну, ты кошмар вообще. Ну, а что ты думал? Придешь с первого трая, все ляжет? Нет. Ну, со второго. Это где-нибудь... где без лагов сервер, где более скиллованные люди, наверное. Ну, во сне, в принципе, еще можно. Во сне, наверное, да. Тут суровая реальность. Да нет, это шляпа суровая. Типа, больше урона в шипы, холипал быстрее падает шипа и профит. Вон, тем более, вон, дорога пишет, что ложилось все. Я думаю, на прошлый состав он был еще голее, чем этот. Просто у нас трое, уже трое умерло, уже меньше урона по шипам мгновенно. Типа уже плохо. Вот топа у тебя 60 тысяч, у спокума на 170, у истории 180. Это вы милики, вот этих хипалов били. Ризен 170. Зивандис нахуй, и то больше вас 345 наебашил. Кулидринг вообще там хуярит. 500. Ты спеки вначале разберись, а потом начинай говорить, кто должен что бить. Ну как он мутик будет бить? Я на 10 тысяч, если повернусь, просто набью. Я не говорю должен. Я сказал, что меньше урона. Это, ну я мутик 176. Это, тебе просто брось ротацию и пару раз вихрем долбани, и нормально. Да. Ну, если внизу списка сидишь точно так же, блядь. Что-то не услышал ничего. Так, у кого там с маной меньше проблем? У Геншина или у Синтека? И кто с вас спекнулся, Акиса или Призм? Синтек, наверное, проблем не должно быть. У меня дружь. Нет проблем с маной. Синтека нету, да? Акиса, ты будешь спекаться? Да, давай. Я закину туда, чтобы два шамана, если еще ману было, резать. С гимнами. Так, Синтек тогда сюда закинем. Почилишь там во второй пати. Боль, не знаю. Ешьте рыбу. Значит, Акиса, твой щиток на рарнике, гримзол на войде. По частицам также. Гуряу на рарнике, а Навин на войде. И Вилашу хилите. Не стремайтесь там, эршамчики, если на шип взяло копало или двух, или другого эршама. Тыгнуть мгновенную природную стремительность и дать цепуху. Или волну исцеления. Там всем урона привет. Нет такого. Здорово. Что надо. Здорово. У вас там фул? Да, пока фул. Пока ну, ребро только. Пока на замене сижу. Да, да, сидит, стрим есть, все есть. Закиса отопьется. Присты бахнуть. Все, погнали. Какой парни? Ой, что бы говорил, лужа, парни, прием, пол весь рейд получает урон. И шип. По шипам, все по шипам играют, все. Быстрее. Левый шип стоит, звезда вон. Почему живой-то еще? Был бы там холипал, танки бы уже сдохли. Так где холипал в шипе был? По шипам, быстрее, больше урона. Все свечуются, все вообще, все ротацию свою сбивают. Еще один холипал в шипе. Свечуются по шипам. Эрдру, который стоит, подойди поближе, чуть-чуть, пожалуйста, маленько. А, все, хорошо. Все, по шипам, свечнулись, далеко шип. Повернулись направо в печенюшке, РДД, слили шип. Печенюшку уже не спасти. Живи, карга. Хорошо.
Отошли от босса. Просто от босса отошли. Просто отошли чуть-чуть, все. И по шипам сыграли. Босса бросили по шипам, по шипам. Спасаем, товарищ. Сейчас центр идет, танки. Ой, под подмогами лезем. Пропускаем. Отошли, отошли под лица. Случайный клиф и до свидания будет. По шипам сыграли. По шипам. Из лужи, парни, быстрее, быстрее, из лужи. Много урона. Хил, хил, хил. Точнее. Все, и по шипам. Сыграли, сыграли. Уже кастят шипы, мы уже готовим, а уешки достаем, там все расчехляем. Все. Все, приготовились. Забили шипы доса. Один далеко стоит. Справа шип РДД. Справа шип свичнулись, РДДшки. Варни побежит сейчас. Шипы. Все, по шипам сыграли. Быстрее, 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 быстрее. Все хорошо. И вихрь. Шипы, готовимся. Один шипы на звездочке, на маге. Надо мага спасти и из лужи выйти на чист, просто на скиле. Центр поднимешь, потом мага как успокоится. Да все, можно не разбивать, там нет никого на шипе. По шипам свичнулись, разбили. И лужа идет у нас. Центр подними мага. Он слева валяется. Жизнь за нас отдал. Шип, готовимся. Из пламени выходим. Все, по шипам сыграли, по магу. Сразу приста баф обязательно. Касочку, лапку, все бафы по магу дали. Чтоб не умер. Там кто Геру не сдавал, дайте магу Геру. Он нам босса убьет. Четко. По шипам игра. Дальний шип справа. РДД накинулись на шип справа. Лок умирает. Быстрее, быстрее, быстрее. Почему я вижу одно пламя? Шо? Шипы стоит. Все, накинулись на шипы. Отлично. Ваша не зыбка. Отошли от босса, просто отошли, 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 отошли. Не ждем, пока мы люлей получим. По шипам сыграли. Справа там лок. На шипе, далеко. А, не лок, хан был. Ну ладно. Ничего страшного. Тот шип уже бить не надо, там нет никого. Из лужи выходим. И по шипам сыграли. По шипам. Жарник, дай этот свой. А, нет, нормально, все. По шипам. Шип справа, РДД. Сразу, сразу. Вы бросаете мне лишний, чтобы вы бьете РДДшный. Вон, сову вижу, вышел, лок вышел. Бьем, 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 бьем быстрее. Хорошо. Шипы. Шип справа, опять далеко стоит РДД. Это ваш. У нас хил лежит. Я вижу. Давай, Зеванди, срез свою кису. Ну, смотри. Пригодится. Акиса ставь тотем. Геншин гимномагу. Ревностный упал, смотрите хилы. Через 30 секунд СС откатит, кому дать? По рарнику дай. По шипам сыграли? Далеко шип справа. Не жилец паренек там. Бейте, бейте, все равно по шипу. Мало ли выжил. Выжил. По шипу добейте печенюшку. Давай, красавчик, рога. Шипы стоят. Разбили. Отошли от босса. Отошли, отошли. Бросили шипы. Просто отошли. РДД добьют. Танки сюда.
сил равника. Пламя, пам. Паша-пам сыграли? Паша-пам, быстрее, там холибал на шипе. Быстрее, Паша-пам. Отлично. Это... Я не знаю, равник... Частицу на равнике обнови. Бля, обнови, кончилось. Вруби печать на хил. Паша-пам сыграли? Быстрее. Есть на ману что-то? Мак высох. Пустим, давай, Кримзол, ставь тотем, Магнес гим на ману. Рарника хил. Хиль себя флешками, ахуй. Шипы, вы отвлекаетесь на всякую херню. У нас там что, у шипы кин, ну, мана кончилась, что ли? Это, Викторка, сейчас пойдешь в печенюшку. Лок сдох. По шипам сыграли. Уйди в печенюшку сейчас. Подмени лока. Я заменил. Хорошо. Это взятый налево уйдешь. Звездочку мак умер. Шипам сыграли. Шипам, быстрее, шипам. Босс возвращается. Танки как сюда. К выйду. К луне отходим. Отходите ко мне. Все, добьете 9 лям. Мы шипам сыграли. Все. Быстрее. Не зергаем босса еще рано. Можно еще тело резнуть, один БР. Нет, не надо. Пускай для танка ставим. Сайте, пожалуйста. Мы упасть можем на 500 тысяч. А, я банку на броню выпью. Пять, я не спасет. Это, по шипам, быстрее. И вот сейчас 4 ляма. Все, можно вот сейчас зергать босса. Можно спиной вставать танки, шутка. Ну надо забили, не зергнули. Не зыб куда? Тут просто сама суть, типа, если клиф приходит, он же ничем не блочится, это чистый урон. И если вдруг он как-то не поделится, или танк один умрет, то все, вы отъехали все. Пойдем трэш чистить, тут разберутся без вас в роли. Так, и ПГ плот мастер там, если у кого нету, вдруг, напоминаю, там скачайте. Шестой хил был не нужен, потому что сейчас в этом трае убивались шипы намного быстрее. Все поняли важность, и поэтому все было хорошо. Ну, как-нибудь после еще одного нерфа, может, и не нужен будет. А сейчас, как подушка безопасности, сыграл хорошо. Ну, а если что, в боте осколок. Хорошо, этот самый... как он называется? Вы там трэш бейте, только знайте, что от помощников там ауешка, взрыв идет. Кольцо, короче, с меткостью критом. Синтек, ты у нас не ДД, смотрю по приору. Пойдем бить танки, трэш, тут есть рейд. Остальные рейд подтягивайте, там посмотрят лут за вас. Так, Викторка точно забираюсь, да? Вот этого тоже дергай к себе и зальют РДДшки. Очкаю я. Да, вот забираю. Так, погоди секунду, а в 25-ке хай-энд отдаются по приору шмотки? Так, подожди, это самое. Ты нажимаешь 50, а у меня еще есть old карга, который 100% нажимает. Ну, раз он нажимает 100, значит он забирает. Так, значит он забирает. Синтек, ты это самое почилишь пока со своим ДД-спеком. Это грим эту неделю будет так. Со следующего КД уже будет начисление. Ну, и... я тогда со следующего КД приду. Ну, печалька. Ну, давайте вы, блядь, вот из этого ебаного там кольца дырявого какого-то. Не, я не буду сидеть тратить боссов без шмот. Мне это нахуй надо, скажи. Зачем? Стоп. Просто какой мне смысл? Стоп, давай проясним. Подождите, замолчите. Кто тебе что сказал, Гримзол? Я не понимаю. Сейчас я разрол услышу. Разрол вначале идет... у нас было парол, по договор паролу, поэтому он его придерживается. Разрол по ИПГП я делаю, а на перед началом второго КД вам начисляется по 4000, вы все об этом в курсе? Ну, тогда на второе КД я и приду. Сейчас я не буду сидеть и травить босс. Зачем мне это? Просто это в начале живой. А как ты хотел прийти в гильдию и сразу лутать и шмот? И спиздить, у нас тут, все шмотки. Тут... То есть смотри, если бы я пришел на что-то готовое, я бы согласен, что я не должен получать шмот. Ну, я потею, сижу вместе с ними одинаково.
А они получают шмот, а я нет. А ты хотел прийти и чилить, чтобы за тебя все проносили, что ли? Или как-то хотел? Причем ты... А ты хотел, чтобы я потел и не получал шмот? Ты это хотел или что? Блядь, ты копи, ЕП, блядь, лутай, ГП, блядь. То есть, погоди, я сижу, смотрю, пройдет. Как долбоебы на шипах умирают, в лужах умирают и так далее, и должен, блядь, не получать шмот, ты это хочешь сказать? Обязательно. Сначала давай разберемся, какой у тебя основной спех. Да какой бы ни было, это мой основной спех. Да нет, ну как это, какой не было? Допустим, вот мне Локу как бы одни вещи нужны, я одни беру. А подожди, у тебя можно братан, при чем спека. Тут? Так нет, братан, спека. Подожди, у тебя три спека, не перебивай, я тебя не перебиваю, у тебя три спека. Ты выбираешь, ты идешь тем, кем ты хочешь играть. Все, ты пошел, ты берешь эту вещь на того, кем ты играешь. Второй спек, уже ходи там, сам собирай рейды, там с пугами ходи, я не знаю, как тебе хочется. Ага, и... к чему ты это говоришь? Погоди, парни. Подожди, а к чему ты хуйню-то несешь? Погоди, Грим, потому что ты хочешь на все и сразу ролить. А он человек тебе сказал, что я хочу на все и сразу ролить. Это, парни, я вас замутал, я извиняюсь, я сейчас разъясню ситуацию, чтобы было понятно, без срача, без всей хуйни. Во-первых, насчет спеков, его спекнули в хила, потому что он нужен в хиле, а у него основной спек элем, это раз. Во-вторых, этот войд, мы вначале, в самом давно, когда только пришли, договаривались, что идет освоение, то есть мы равны для вас, для нас, поэтому первое будет по ролу. Поэтому мы насчет 4000 договорились, и вот это по ролу я нигде не писал никакого объявления, что рейд это по ролу. Это я понимаю. И давай еще такую вещь вспомним. Давайте решим окончательно. Мы когда пришли, только любим решать это все уже по горяченькому. Вот как вы мне сказали, что десятка взятого, что десятка спок, мы сказали, нам нужно одеваться еще. Мы для 25-ки геры не готовы. Это так? Mm-hmm. Так, частично. Mm-hmm. И что еще? Я сейчас договорю. И что еще оба РЛ сказали? Десяток. Они сказали, мы все понимаем, нам шмот не к спеху, первую недельку мы сходим. Если Гримзол ливнул, то как со всеми остальными поступать? Как мне ждать чего от вас? Насчет типа... У вас что, не терпешь какой-то или что? Мы договорились, что 4000 ИП вам накинется. Там приоритет будет такой, что вы любую шмотку просто заберете. Я не успел донести еще это. А в начале, типа, то, как это, в самом начале, как договаривались по ролу, видать, запомнил это. Поэтому вот такой нюанс вышел. Ну так я это нигде не писал. А про 4000 ИП я писал. Я еще писал объявление в Дискорде, прочитайте правила. Это... Все правильно. Все, кто в гильдии, все, кто в гильдии, они против того, чтобы вы пришли и ролили на равных правах. Ну так мы идем в освоение на равном инсте. Ну так давай еще раз. Подождите, никто ничего не говорите. Давай еще раз. Вы сказали мне, пожалуйста, слушайте. Вот вы сказали мне, мы за шмотом не спешим. Я говорю, недельку первую сходим, я сделаю срез, накину вам 4000 ЕП. Там будет приор, я говорил какой там, 4000 вы за 4 рейда получили, еще 4 сверху, это приор пиздец, там у людей такого приора нет. Единственное, у кого есть, это он у мальфицистых, историк, кто, у кого по 250 ГП и 18 тысяч. У остальных ГП за шмотки. Гримзол с чьей пачки? Со взятого. Сколько, скажи мне, пожалуйста, ты не говорил, иначе я от тебя лично слышал, что первую неделю мы ходим, пока мы не проходим там несколько постов. Вот ты лично говорил, да, что все будет по ролу. Вот сейчас, прям твои слова, а потом ребят, ты меняешь свое решение, и все, а я тут сейчас, ты что? Этот, если ты изменил момент. Свое решение. Да это не мое решение. Да я не тебе говорю, а ГМу. Нет, это было переговоров, блядь, дохуя. Парни, дайте я объясню. Да просто мы нахуй не о том сейчас разговариваем. Вместо того, чтобы траить босса, мы сидим, нахуй, разбираемся за какие-то шмотки, которые нахуй еще не выпали, блядь. Здорово, да, это без хила. Во-первых, Бигдэм прав, это взято, если что. Во-вторых, Гримс это не с моего статика, мой статик сидит. Да я со споковского статика. Ну все, дай мне это. В-третьих, как ГМ говорит, так, типа, дела и делаются. Не нравится, блядь. Поливары не разливайте. Да, я не против, просто я не буду сидеть. То есть делайте, что хотите, как считаете нужным, но сидеть и траить. Это мое личное решение, это не решение статика спока и кого-то еще. Это мое единоличное решение. То есть я не хочу тратить свое время на это. Почему я объяснил?
Да и такой интересный, но ты, получается, ну, первую неделю сходишь по рулу, а потом ливнешь, что ли? Слав, Слав, забей. Потом это обсудим сейчас, блядь, до хера людей сидит. Да, реально. Просто найдите замену там другого хила, спекните и все. Зачем это сейчас время? Ставьте, ладно. Заманите бедой. Ты уже нашел? Слава, ты нашел уже? Что нашел? Хила, замена. Сейчас найдем...